Как быть с кистой придатка яичка? Киста придатка яичка – это полое образование, похожее на пузырек, в котором есть секрет придатка яичка, и также могут быть старенькие сперматозоиды, которые не смогли выйти через выводящие структуры придатка яичка. Но делать с ней ничего не нужно. Считается, что кисты никак не вредят яичку, и только если они приобретают гигантские размеры, нужно с ними, тогда с ними вот целесообразно работать, удалять хирургически. А если маленькая киста придатка яичка, то ничего с ней делать не надо. Что такое маленькая киста придатка яичка? Ну, это где-то до 1 сантиметра в диаметре. А, так.